Ну, еще раз, ребятки, привет. Вот приготовлено. Леща получил. Короче, приготовил. Жене очень понравилось. Давай, ешь, пробуй. Ну вот тот же самый пирожочек. Я вот ее еще маслечком вот так вот. Опа! Перели. Опы. Дянька, что, вкусно? Колбасы ее нету только. Мне кажется, сыра мало, да? Никакой. Вот колбасы вообще нету. Да там один кусочек был. Пересолил маленько. А так вкусно, да, Данил? Угу. Тогда, кстати, что-то ты готовил, и тоже соленое получилось, говорил, то, что нормально. Это на любителя такое соленое. Ну, а если бы я пересолила, сидела бы тут с кривой рожей. Опять все сожгла. Блин, кофе не купила нормальный. Ну что, эти три пакетика? Ой, три пакетика, три в одном. Так она так. Пакетики. Охота что-то такое горькое. Горькое? Шоколадку вот. Взбодрила. Где она, шоколадку ты съел? Я съел? Конечно, горький шоколад кто съел? Ты съел? Не я съел. Ты съел. Никто, кроме тебя, не ест его. Слышь, Данил, попробуй. На хлеб ее намажь. А там этот же еще есть. Фиш. Угу. Там. Санта Брэнд, что ли? Да что это вообще? Бутерфиш. 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 Все? Угу. Вкусно, да? Чуть-чуть подальше. Ты в камеру не положу. Я помню, когда в армии служил. И там я коком на корабле служил. И ко мне постоянно, блин, фамилию, это, звание не помню, то ли майор, то ли, короче, капитан, по-моему, Нестеров. Такой вообще здоровый тип ко мне в камбус. Дверь открывается, и там, знаете, затворки такие, ну, что если пробоина, ее задраиваешь с двух сторон, она, короче, закрывается. Чих, раздраивается дверь, открывается, и пузо проходит. И потом он, ну чё, Олег, давай что-нибудь перекусим. Постоянно. Он меня всякой фигне учил. Он первый раз, короче, зашел, я увидел, берет корку хлеба, отрезает, растительное масло поливает прям нормально так ложечкой, раз ее, соли. И пока что-нибудь там я готовлю, он сидит и ждет, короче, эту, там полбулки может заточить, короче. Такой вообще был. Ну, не знаю, сейчас служит, нет. Ну, по-любому уже на пенсии. Вообще он прям еле ноги таскал. Такой капитан был. Как у нас на корабле был, как мы на границу уходили, ну, на китайскую там стояли, короче, и он постоянно его с нами отправляли. Я не знаю, не помню, на какой он должности был. Он там командир катеров был. Вот у нас корабль идет на границу. И по бокам катера стоят. Четыре могут стоять, короче. Ну, командир был у них. А самое такое это, самая такая готовка, это реально на границе. Столько народу. И никто не, вот, например, если стоим, ну, у нас в части, кто-то может там в другую столовую, на камбус сходить, там покушать.
контрактники, например, или в город, кто-то домой поедет, а здесь все, там сколько их человек, они все по-любому здесь. Все закончил? Угу. Слава Богу, да? Да. Данка завтра с утра. Угу, первый. Сегодня, кстати, в столовую ходил. Угу. Большая как... очередь была. Угу. Ну, это на первый взгляд. Сначала смотришь, так большая очередь, сразу охота уйти. А потом вот подождешь минут 5, все. И нет всех... никого, да? Да. И, ну... А что, они не могут нормально продумать? Ты не стоит на что? А, нет, это потому там... что в час пик, видишь? Да. Все это... кушают. Но... Нас и так это столовка-то не это? Не ученическая, что ли? Ученическая. А при чем тут час пик? Ну, там, может, посторонние мы... еще, да? Посторонние ходят? Не только мы ходим. А кто? Там всякие еще группы. Нет, ну, имею в виду, левые с улицы не заходят? А, нет. В том-то ну, так там... они как-то должны распределять их. Такая огромная очередь. Так в том-то и дело, нас так распределили. Денис ест после 4-го урока. Ну, у нас там сейчас пишут урок, потому что у нас это столовку разделили. Вот, мы идем после 3-го урока. Там мы еще несколько пар. Там некоторые после 5-го урока. Свет так падает, а я могу там в этой столовой поесть, например, по твоему пропуску? Мы же так-то с тобой похожи вместе. И ни капли, ну-ка, и сюда. Сейчас нормально. Вообще один в один. Угу. Даже незаметно, что я тебя старше. Или твой папа. Да нет, я думаю, тогда ты можешь просто зайти. Да? И поесть. Только не в час пик. Угу. Давай завтра я туда приеду, и это ты мне скажешь, когда ты в очереди. И мы с тобой заходим, давай вот так вот. Давай. О, здорово! Еще как там? Давай так. Держи. Никто так не делает. Так, ключом. Че, здорово, как, Данил? Дела там, знаешь, это. Еще кепка на бок такой. Сразу видно, пенсионер. Посмотрелся в фильме. Нет? Вообще никто так не делает. Офигеть. Руку жмем, привет, все. Да. Это даже со стороны глупо выглядит. Кепка на бок, я вот так здороваться. Че не ешь, Данил? Я и так суп съел, тарелку. Так это когда было, полчаса назад? 15 назад. Так мы вот, конечно, наелись, я все еще не могу дышать. Угу. Мы с Данькой поели по тарелке супа. Олег у нас. Такая тарелка плюс вот это вот все. Две тарелки, сейчас сидит, закидывается. Для моей жизни требуется очень много энергии. Сколько даю, столько и должен получать. Кому ты даешь энергию? Тебе. Небо как пишет. Серьезно? Угу. Ой, масло как люблю. Любишь? Ты наелся сейчас или нет? Ну, просто. Ну, вот начинаю наедаться чуть-чуть. Нет, ну, я бы еще эти две съел, но мне стыдно. Перед вами. Сейчас камеру выключу и... А так все нормально. У нас еще пельмени вон лежат. Упаковка. Поэтому я не буду эти две есть. Пельмешки приготовятся. Наверное, потому что на улице холодно, поэтому я так много сегодня поел. Я наоборот хочу спать и все. Да? Даже его погоду, да. Не, сегодня, считай, мы в час уехали, да? Сейчас сколько время? 6 где-то, да? Нормально, материала привезли. А что за доски там были? Это... Длинные, это под что? Стенки это... делать? Это вагонка. Как это вагонка, что это? Стенок делают. Бани, такие полосочки. Понял? Понял. Вагонку купил. Купили. Короче, купил 3 листа этого. Фанеры. Панно буду делать. Знаете такое? Какой из древесины. Ты для этого взял, что ли? Ты что, куку? Что такое панно? А я думала, ты возьмешь какие-нибудь эти просто деревья, там какую-нибудь мелкую, и просто ее распилишь.
Она же так интереснее будет. Так я вот ее распилю, и на нее же наклеивать надо на что-то. А что, нельзя так просто сразу наклеивать? На что? На воздух? Ну почему на воздух? Ты же к потолку будешь крепить. Кто, деревяшки, что ли? Ну? К черновой отделке, да? Какой черновой? У тебя же там что-то будет. Кристинка! Доска. Черновая доска у меня там будет. Ну, вот мне нее. Она, вот черновая доска будет, потом будет из испан вот этот утеплитель. Вот из испан по-любому чем-то надо закрывать. И вот закрою, короче, чуть-чуть фанеркой вот это, ну, панно сделаю. И на стену еще длинное панно. Полтора, короче, на 700, думаю, две штуки. И в предбаннике как раз две штуки будут. Будут очень красиво, сейчас мне нужны. Короче, материала еще нужно много. Деревня будет такая вообще необычная отделка. Такое только у меня и у Майкла Джексона. Классно я сказал. Классно я сказал. Кристинка. Так, ну на улице реально дождь идет. Хотели сейчас поработать, но доски сырые как-то. Не будем себя заставлять. Ну ладно, все на этом. Дай минералочку еще попить, а? Понял, налей. Спасибо. Здорово. Будь здоров. А сейчас еще... У тебя уроки-то есть? Да, здесь. Давай делать, да. Спать. Я сейчас тоже буду спать. А что, реально спать? Время-то 6 часов. Какие 6-то? А сколько, посмотри. 8 часов уже. Серьезно? Еще какие-то пельмени хотели. Я не знаю, уже. У меня, кстати, друг стал вообще до 7 учиться. Да? А где он? Со второго? Ну понятно, во вторую это вообще ни о чем. С утра спит до обеда, после обеда учится, потом опять спит, учится, спит и учится. Так он в том-то и дело, то, что они особо рано встают. Ой, не особо поздно. Он в 10 часов встает. Ну так все равно. В 10 проснулся, пока туда-сюда. Да. Свет выключишь? Ой, вообще темно. Вообще темно. Да нет, не темно. А ты, кстати, купил лампочку, нет? Романтично. Нет, кстати. Лампочку не купил. Что-то Данил выбрал вот сюда орешки-то. А? Нет, не отделил. Че, хоть бы мужское и женское показали, что ли? Ребята, покажите кто-нибудь из вас там, ну, жизнь. Ну, видео снимите. Это для нас будет мужское, женское. Давайте трэши посмотрим. Завтра уже четверг. Угу. Ты что, с утра распланировал? Да, еду за доской, и у меня, считай, весь материал есть на работу. Единственное, мне знаешь, что еще надо докупить? Гвозди. А сегодня что-то где был? Я, блин, не этим занимался. Я прям там же, у них же, куплю гвозди, у них есть. Угу. 3 килограмма, наверное. Сейчас мне хватит на потолок и на пол. Я хочу в баню. Сегодня я, кстати, пошли в баню. Куда? Сюда. К нам? Ну. Прям сейчас, что ли? Такая погода. Нет. Скоро у тебя будет и баня, и сауна. Не знаю, сауна.
скоро все будет. Не переживай. Ну, как минимум через месяц найдем. Уж кого-то неделю дома посидеть. Потом еще время будет. Так мы в понедельник уедем и все. Я считаю, до следующего месяца по-любому тормознет все. Короче, до этого покупали орешки, вот эти фисташки. В этом же магазине. В Светофоре брали, но у нас на Трубном. Вообще офигенские были. Угу. А вот когда мы ездили-то взяли, дня 4 назад. Ну, на Ленинском. Какая херня. Половину пустых. Или вот такие. Я распечатал. Угу. Ну, маленькая сушеная лежит там. Все. Так что в Светофоре они вообще отстойны. Светофор ждал уже. Ну, на Трубном тут нормальные были. Согласен. Точно. Не наговаривай. Вот сюда оно не едет. Как у тебя сегодня это блюдо называлось твое? Вот это? Да. Так. У меня хотя бы такое название есть, да? Не актуально. Не, а ты для этого что так комбикорм его назвала? А сама сыр спорола, да? Я не ела. Даня, скажи. Да ты зачем врешь-то? Я не ела, бля. Ну ладно, не ела, не ела. А зачем ты это все делаешь-то? Если я не ела, нахер ты тут говоришь-то? Ну шучу. Не сказала, я же не буду есть. Мы видели же все, что ты не ела, все нормально. А ты сказала, что я до этого сожрала 50 штук. Я такое не сказал, ты что, 50 штук. Их всего было 6 штук. Две осталось, мы с Данилом по 2 штуки съели. А, нет, Данил половинку съел, да? Полторы. Ну, полторы, а я 2,5 получается. Я еще наелась-то. Ну, не могу. Название, короче, у них комбикорм. Комбикормовые плюшки. Не, просто комбикорм. Так что это... Если захотите вспомнить и приготовить так же, просто набирайте в Ютубе комбикорм от Коршуновых. И вот именно вот это вылезет. Я думала, ты эту бормотуху свою делаешь. Кстати, и потом я покажу эту бормотуху, как она ее называет. Комбикорм бормотуха. А так мышь у нее питается комбикормом бормотухой. А что это, раньше помню, там, если на заводе где-то работал, или, ну, короче, на еду, на приготовление времени очень мало, просто берешь бадью такую, хлеб туда кубиками режешь, ну, где-то кусочка 4, яички туда разбиваешь, соль, лук, если зелень есть, зелень туда бах, размешиваешь, вот такая штучка тоже. Я раньше ее вообще любил, особенно если деревенские яйца. Они желтые, такие насыщенные. Вот сижу, перебираю, прикиньте, пустые просто выкидываю. Ну, Олег, конечно, сюда еще накидал. Ну, я немного накидал. Ну, их половину еще тут было. Сейчас Вовчик проснется, будет опять коктейли делать, как с ума сошел. Надо ему кстати, миксер приготовить. Да. Помыть. Он сейчас пугаться начнет. Ну, начальник. Начальник же. Командир. Командир, вставай, командир. Командир. На, реально его будить, это утром вообще. Пусть ночью не уснет. Может, наоборот не будить, пусть спит. Да, ты что, по-любому утра? В 12:08. Может, он проспится до утра. Ага. У него организм-то молодой. В 12 в час встанет и будет прыгать. Он что, Кристина на военном портфеле? Она всегда на военном портфеле сидит. А почему именно портфеле выбирают? Не знаю, она не на твоем, они вместе снюхают. Все ваши портфели облежали уже. Mm-hmm.
Нет, реально, да, вот хлам всякий продают. А мы покупаем. Огоньки кусают меня. Короче. Сегодня пока ездили, покупали стройматериалы, купили путевку в Египет. Я так и знал, что не выдержит. Это как говорится... Это как мы ходили за курой и гриль. Или зашли за орешками. А, как за курой и гриль. Купили и купили телевизор, да. И здесь также. Ну, здесь даже не так. Даже чуть-чуть по-другому. Мы вообще даже не думали об этом. Подруга, ну, наша семейная подруга Настя. Помните, где мы отдыхали? На озеро ездили с кем? Вот. Почему не думали? Мы же договорились. Просто мы еще не посмотрели. Не, ну, именно сегодня не думали покупать. Именно сегодня. Так, а так вообще планировали. Ну, так получилось, что вот она... Нашла и быстрее. Давай бронировать. А пока бронировали, пока туда-сюда, путевка подорожала. Да, да, реально, пока вот сидим, бронируем, и она вот на глазах растет. Короче, до дома приезжаем, она еще вырастает. Короче, на 8 тысяч рублей она еще поднялась, пока весь этот процесс на одного человека. Так что вот. Так что скоро мы полетим отдыхать. Баню, естественно, не дострою. Ну, доведу там, я думаю, под крышу или на пол там. Чтобы, если снег выпадет, а он выпадет. В смысле, там. Какой снег, мы прилетим в конце сентября? Про какой-то снег уже, ты что, не собираешься баню делать, я смотрю? Нет, не, а вдруг у меня что-то... Вот, знаете, у нас такая жизнь... Ничего, тут деньги, все равно все это дома будет. Не, у нас просто житуха такая. Вот я сейчас сижу здесь, да? Мне позавчера звонили, неделю назад звонили, звали. Сначала звали меня куда-то. А, в Благовещенск именно, в тот город, где я служил. Потом еще куда-то, в Томск. Короче, предложений по работе вообще много. Зарплата поднялась в полтора раза, типа, ну, в той фирме, где я работал. Я, блин, ну, реально нет желания. Но я чувствую, зарплата поднимается, а она уже поднялась где-то на 80%, вы представляете? Уже как бы, ну, начинаешь задумываться, там, лететь, не лететь. А если она на 100% поднимется, я думаю, я просто сорвусь и реально уеду. Вот если на 100% поднимется, я просто уеду. Что, нормально, 3 месяца, считай, отработаю. Можно даже и... Блин, ну вообще нормально. Блин, да хоть что можно. Да? Угу. И там уже интереснее как-то будет летать даже. Что я там съездил на 2-3 месяца? Ну на 2-3-то я уже там с ума сойду. Даже на месяц. На месяц съездил. Месяц дома. Дома там пошевелил, что-то поделал. Опять. Ну пока не надоест. А сейчас, видите, такие это проекты, как бы это, раньше типа север рулил там, северные все эти, как сказать. А сейчас что? А сейчас не, север вообще не рулит. Конечно, на севере нечего делать, здоровье оставлять. Кстати, у нас в Свердловской области нашли месторождение нефтяного. Я тебе говорю, не то, что нефтяное месторождение находит. А, да, ну да, и это тоже. Просто глобальные вот эти проекты, заводы ставить, еще что-то. Mm-hmm. Я говорю, даже недавно Бангладеш звали. Вот когда. Ну, не недавно, а месяца два. Вовчика урна. Миньонковская.
Так что вот такие дела, ребята. Так, ну чё? Включу я сейчас телевизор. Ты здесь будешь внизу? И ты тоже со мной будешь. Я пошла наверх. Наверху телевизор включим, будем в обнимку лежать, да? Угу. Ну, пойдем наверху телевизор включим. Там теплее. Ну ладно, все, давайте будем отключаться. Будем отдыхать. Всем приятного аппетита, кто кушал с нами. Да. Мы вообще наелись, как да. Бобики. Всем пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока.